Раз, 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 два, три. Здравствуйте, товарищи, дорогие дамы и господа. Вы на канале Казуку Фэмили. В общем, погнали. В прошлый раз мы остановились здесь. А это значит, будем валить плохих ребят. Так, всем приятного просмотра. Не забывайте про лайки. Я тут уже все забыл. Управление забыл, вообще все забыл нафиг. Так. Ладно, надеюсь, эта штука-дрюка нам поможет. Не забывайте приглашать друзей, репосты делать, лайки и кто может, донатики. Как вот не любят делать вот эти ребятки. Ты мой! Мой? Ну, естественно, иди твой. Сюда, сукин сын. Кто, сукин сын? Да я вроде бы мамин сын, а не сукин сын, прикинь. Сволочь, почему я не могу до тебя добраться? Падла такая, а? Так. Где эта сука? Чё? Чё ты там хочешь сказать мне? Я? Кто я? О, парень! О. Умри! Твою мать, кто откуда? Ребят, да что-то вас тут... Это херища. Что-то на зон играет. Блядь. Где? Что ты за перепал меня стрелять? Зараза. Вот же зараза, а. Ведь я уже... Куда ты там кого размажешь? Ты в себя-то веришь? Размажет он. Можешь кому угодно. На кусочки ты никого не порвешь, друг мой. Оу. Чё за... Чего? Там! Где там? Что это? Ты наверху был все это время, серьезно? Летить, колотить. Мне что не нравится, что в этой игре текстуры прогружаются. Это страдал еще, по-моему, Doom 3 этим. Потому что одни и те же разработчики. Что за херня? А откуда вы там все повыползали? Нифига себе, ползуны. Да иди ты в баню, алё. Достал. Реально достал просто. А куда? Подожди. Тут же я никакого ключа не вижу. Стоп, куда? Где тут скрытый проход? Откуда они повылезали? А-а-а! Твою мать, подожди, а я отсюда пришел? Чудо, я проход не заметил, я дебил. Вот что значит невнимательность, да? А как сохранение? F5? Сохраняться это важно. В случае чего. Блин, капец, очень ужасно иметь старую видеокарту. Это просто обосраться. О, но если бы не эта старая видеокарта, вы бы вообще, ребят, не увидели ничего.
А я вот, видите, жертвую временем, да всем, чтобы вам что-то показать. Че, назад пошел, что ли? А нахера? Подожди, проход похож. Я пошел не в тот. Серьезно? Ну не придурок ли я? Ладно. Мне это простительно, ибо это мой канал. А вот на чужом бы канале я бы уже так не вывел движню всякую. Да твою же мать! Блин, капец, вот если бы при максимальном бы разрушении, без всяких глюков, у меня бы не было, твою мать, вот этих тормозов. Да вы что меня бомбите, суки? Нахер идите, блядь. Мой. Ты чё, жениться на мне надумал, а? Чёрт. Ты на мне смотри, так не шути. А то я могу и согласиться, да. Может, я этот... би. Главное, что не транссексуал. Я имею в виду про главного героя. То главный герой прям таки симпатичный. Я тоже так могу, сука. Слышь? Опа-на! Чё, всё? Дориме, ви фасоли, дориме. Чё, фасолек нету, только фасолями. Так, ладно. Нам надо не особо зацикливаться на трупах, а пройти какой-то основной квест. Это я. У меня не только крылопалка, прикинь. Я убираюсь отсюда. Никуда ты не уберешься. Это твою же мать. Ну реже ты, мать твою. Спотыкаши. Твою мать, ты откуда взялся, еблан? Куда ты там кому? Вот иногда... Блять. Иногда вот эти глюки, они мне мешают... Мешают играть. Настолько, блядь, бесит. Вы не представляете, я просто не хочу говорить, какая у меня сейчас видеокарта, какие свойства у меня ПК. Потому что если вы мне скажете, точнее... Догадаетесь, да? То вы скажете вообще, что я стримлю. Ребят, я стримлю, потому что я от игр без ума, и мне это нравится, поэтому, блин. Каждый дрочит как может, поэтому... А, понятно, ладно. Пока наверх забираться не будем. Я пока тут в поисках сюрпризиков шманаю. А нам вниз надо идти, нет? Или надо? Опа-на. Подожди-ка. Где-то пушка. Так, где-то пушка, блядь. Быстрей, ну. Где арбалет? Мать его, так. Да ладно. Где сраный арбалет? Алло. Подожди. На какую кнопку арбалета, алё? 5? Ну, кто-нибудь на воду попадет? Ага. Ну, вроде бы тех, которых мы могли... Наконец-то помер, сучара. Так, ладно, если это у нас не основной путь,
То куда ведет вот эта дверь? Подожди-ка. А, понятно. Это просто всякие приколюхи, да? Чего? Чё, карта чего? Ну, возьми все. Ладно, короче, погнали дальше. Арбалет, кстати, классная штука. Вообще довольно прикольная. Давай. Чё, не ожидал такого, да? Расклада. Чертила, а? Не ожидали? Я тебя по стене размажу. Как вот эта штучка размажешь? Прыгу. Размажет он. Мне кажется, вы уже никого не размажете. Чего? А. Думаю, он близко. Ах ты, сука. Рви его. Ну и чё? Где ты там, блядь? Хера ты прячешься, чёрт? Прячется он. Он там. Ну, прыгнуть слабо. Берет он. Кого-то на себя. Ну прыгай, прыгай, ну. Слабо? Не нравится. Чувак, за тебя много чего может не нравится. Я его вижу. Давай. Опа. Что, не ожидал, да, расклада такого? Сколько трупов-то? Ну, не так много, ну да ладно. Хотя бы так. Так, а что нам дальше? Туда, что ли, топать? Тут иногда настолько длинные локации, не понимаешь, куда тебе идти. Что это? Дороги? Или кто это? Ага, кристалл фильтрита у нас, походу, полный, да? Не, это, по-моему, сейчас эй, эти... внизу! Наши будут. Сюда! Пошли! Угу. Пацаны, да? Одного уже заложили, да? Открой эту дверь! Этим я занимаюсь! А, она даже цепную реакцию. Удобно, блядь. Ах ты, сука. Просто ничего не говорят, да? Ой, электричество и наших бьет, это плохо. Да замоли ты этих... Плохо. Бля, попал. Нормально. Ты откуда взялся? Глупый малыш, блин. Чё, один я остался? Все, они всех... Он там! Зарешетили.
он же дерьмо. Да пошел ты! Гадство, а! И что я должен делать? А, это камень. Ну? Быстрее, забирай этот яд! Какой, блядь, яд? И что нам делать? Подожди, ты хочешь сказать... Или нет? Мужик, а почему тут ни хера нету этого, как его? А обратно вернуть можно лифт? Серьезно? Я не ту кнопку нажал. Да, я еще, оказывается, дебил. Нормально. Не там нажал, где надо. Просто зашибись. Я даже боюсь представить, сколько мы времени на это дерьмо потратили в источник. Воу, ты молодчина, друг. Стараюсь. Подожди, Карл? Карлосу отнести, а кто это? Так, подожди. Я знаю, что есть шериф. Охрана каравана, не хочу. Так. Хай, красавчик. Чё, хочешь со мной перепихон? Ходят слухи, правительство снова что-то затеяло в мертвом городе. Я не слишком-то доверяю слухам, но если окажешься там, будь начеку. Однако из-за сильных повреждений возможности колодца сильно ограничены. Поэтому проявите терпение. Так, подожди. Есть майор. Тут два чувака, по-моему, которым нужно это все отнести. Не тебе, Клейтон? Подожди, награда Салли? Кому? Да ё-моё. Карлсону. Тому самому, который живет на крыше, да. Мастерс. Мастерс, блядь, фломастерс. Бля, тупики, я уже все забыл. Какого хрена? Кому отнести это все дерьмо? Ты молодец. Да, 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 спасибо. Твою мать. Чего? А-а-а, тьфу ты, блин, где? Это вообще не тому дебилу отдавать. Подожди. Там возле входа... Подожди. Возле входа... Так, а возле какого входа? Подожди. Вход. Вход, вход, вход. Где-то... Нет, это миг. Это не то.
этот, что ли? Точно. Просто с ума сойти. Ты вернулся живым и спас целый город. Бандиты теперь подумают, прежде чем связываться с нами. Угу. Теперь насчет яда. Не знаю, что в нем такое, но явно ничего хорошего. Надо бы показать его старому квасиру. Может, опознает. Здесь его по-любому держать нельзя. Слишком опасно. Отвези это ему. И он поймет, что делать, если бандиты применят это снова. Знаю, я многого прошу. Но ты не сгоняешь к нему на север? Вот с этим ядом. Спасибо за помощь. Осторожней там, в пустошах. Смотри, не позволь яду попасть в чужие руки. Ну, будем стараться, чё. Чё нам делать ещё? Остаётся-то. Главное, что там нам дал, по-моему, этот арбалет, мужик. Благодарочка, чё сказать. Так. Подожди. Молодец. Если бы источник оказался в руках бандитов, нас бы всех прикончили. Да-да, Стюарт. Спасибо. Мы его брата схватили, чтобы допросить. Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу. Конечно же. А где Отто? Бывал на гонках, а теперь пропал. Спорим, его сцапало правительство. Только сболтни что-нибудь, и тебя нет. Угу. Дай-ка угадаю. Хочешь? Правительству наплевать на мир и свободу. Эти ублюдки хотят управлять всем, включая этот город и его жителей. Да, да, да. Так, ладно. Погнали тогда в пустоши, наверное, что там нам остается. Смертельный груз, окей. Отвезти какому-то там... А, ну квасира я знаю, да. Так. А я хотел закупиться патронами, но далеко этот мужик, чтобы закупиться патронами. Подожди-ка. Чёртовы беспилотники. Так, где этот мужик находится? У кого мы можем закупиться? Здесь? Сейчас посмотрим. Посмотришь на мои товары? Конечно, посмотреть. Поторгуем. Это что, лазерный пуль? Серьезно, прицел? Это хорошо. Так, это что, патрончики? Сколько там патронов нужно-то? Нифига себе тут патронов. Это для чего? Рецепт динамичных стрел. А это? Филтритовый аккумулятор? Серьезно? Давайте штук 30, не знаю. Хватит, нет. Доброго дня. Доброго дня. Окей. Так, погнали. Погнали тогда уже валить куда надо. Так, это мы на этой пушке ездим или на какой? Или это она? Походу Куприна, да? Ну, погнали. Значит.
пулемет. Так, и что у нас еще кроме пулемета? Машинка. Погнали, чё. Так. Воу. Твою мать. Да не соберу я их уже, все. У меня времени не хватит. Хотя... Я одной игрой... Блин. Все, просрал. Да ты сдохнешь, нет? В смысле ты делаешь? Вася, сдохни, а? Ты что, ты не вздыхаешь, Вася? Я не пойму, блядь. Не понял. Что за прикол? Почему они не умирают? Алло. А? А, понятно. Все, я понял. Я понял прикол. А где вторая, сука? Четвертый уровень, серьезно? А чё у меня эти закончились? Сколько их там? Ничего, блядь, не пойму. Вроде этих бесолочей я убил нафиг. Но я хотя бы так проехать-то смогу. Или как? Погнали до этого квартира, что сказать. Да блин, ёпрасоте. И снова здравствуй, друг. Да, мой друг. Пора узнать в точности, что именно ты принес. Ну и? Дай-ка мне взглянуть. О, интересно. Очень мощная штука. Бандиты становятся все умней. Хм, что это? Постой. Дай подумать. А если... Дай-ка мне минутку. Ты только посмотри. Ну и ну. Конечно, видишь ли, ты принес мне кое-что очень интересное и мощное. Я день и ночь работаю над новым оружием для сопротивления.
оружием, которое напугает даже правительство. Я добился некоторого успеха. Если впрыскивать простые цепочки нанотритов прямо в объект, можно управлять им, но не слишком долго. Боюсь, в конце концов, жертва получает критическую дозу нанотритов и просто взрывается. Грязно, недолго, и тем не менее потенциал мощный. Но этот яд, который ты так любезно мне предоставил, как раз то, чего мне не хватало для полного завершения. Дай мне только пару минут. Отлично. Вот оно. Дивно. Весьма неплохо. Итак, я все упакую, и ты можешь это забрать. Сегодня важный день для сопротивления, друг мой. И как забрать? Итак, у нас образец дротиков контроля. Ученые сопротивления их изучат. Скорее всего, с легкостью воспроизведут и начнут производство. А потом вступишь в дело ты. Найди Элизабет Каденс. Она в баре Источника. Отнеси ей эти дротики. Они ей срочно нужны. Понимаешь? Ну да, понимаю. Окей, спасибо. Да. Осторожно, друг мой. В плохих руках эти дротики — зло. Поторопись. Время не ждет. Найди Элизабет и отдай дротики. Погнали, чё. Будем отдавать, как говорится. Чё, теперь нам обратно ехать, да? Ну, погнали, чё, поедем. Как бы заколебали. Бля, там не один чёрт был. Бесит. Да твою же мать. Да, это случайно не... А, это саванны, это не то. Я с другим перепутал, ну да ладно. С другим путать тоже можно. Почти. Так. Блин, ремонтировать надо, давай. Мы 20% урон получили, да? Говорят, тут патрули правительства шныряли неподалеку. Смотри в оба и не подходи к ним. Правительство? Уже? Интересно мне этих ублюдков увидеть. А ты хороший стрелок. Надеюсь, скоро увидимся. Ага.
Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу. Так, хорошо, если... Жители источника, говорит ваш мэр. Мне стало известно, что некоторые из вас не утилизируют... А где ж тогда... Напоминаю, что запрещается хранить бесполезных ламп... Элизабет, это кто? А, кран... Ты кто? Сообща, мы можем сохранять чистоту и безопасность в городе. Ага. Спасибо. Этот город многим тебе обязан. Таких запчастей нигде не найдешь. Глянешь мои товары? Так, пулемет. Ага, и... автомобили мины. Что еще? Тема череп. Теперь будет летать. Угу. Прикольно. Прикольно, говорю. Хочешь потягаться один на один? Не, не хочу. Мне и так хватает ваших гонок. Так, подожди. А кому тогда... Тайный груз. Бар второй шанс. А может вы не сюда приплыли, а? Что-то у меня такое чувство, что мы вообще не сюда приплыли. Почему? У меня такое чувство. А карту можно посмотреть как-нибудь, нет? А нет, сюда. Блин. Подожди, а где тогда этот бар? Ну вот, Шенс. А где она там, эта Элизабет? Посылка от квасира? Да. Здесь нельзя говорить. Иди за мной. Погнали, чё? Сюда. Ты же нас не подставишь? Надеюсь. В баре небезопасно. Любой посетитель может оказаться шпионом правительства. Наверное, у тебя полно вопросов, но сейчас не время. Мы с самого начала следим за тобой. Многие из ребят вроде тебя служат правительству, поэтому я хотела убедиться в том, что ты не поддался пропаганде Кросса. У тебя действительно хорошая репутация среди поселенцев. Такой способный парень, как ты, может пригодиться нам для очень важного задания. Наш вождь, капитан Маршал, попал в плен и содержится в старой тюрьме. Неизвестно, сколько его там продержат. А у нас сейчас никого нет для выполнения этого задания, кроме тебя. Только ты можешь его освободить. Нельзя допустить, чтобы его перевели в столицу. Это страшный удар по сопротивлению. Итак... Вот что мне нужно, странник. Спаси маршала, пока он не исчез навсегда. Ты поможешь нам? Угу. Хорошо. Тебе понадобится карта доступа. Я проведу тебя за периметр, но берегись стражей. С тех пор, как схватили маршала, правительство усилило патрули. Да, и не забывай про дротики, которые дал тебе квасир. Стражи кажутся роботами, но под броней они из плоти и крови. Удачи. Ну? Я останусь здесь, в
Встречаемся в подвале. В каком подвале? Все как обычно. В каком подвале? Хер просышь. Опять куда-то топать. Элизабет на связи. Я оживила старую рацию Салли. Не знаю, какая у нее дальность, но на несколько миль хватит точно. Мы мало что знаем о тюрьме, но одно точно. С недавних пор правительство завозит в нее оборудование. Они что-то замышляют. Ну, значит, узнаем, что они замышляют. Чё, как говорится, это... Раньше времени психовать. Да. Да. Это с этими глюками это вообще пиздос. Ну куда ты погнал, а? Серьезно? Может, в этот раз получится? Блять, поворот, ну. А дальше где? Оу, подожди. Оп. А как я наверх-то, блядь, соберусь? Вы что, ёбнулись, что ли? Да пошел ты в жопу! Я тут метеорит собираю, а ты, блядь, под ноги лезешь. Давай, еще один, ну. Где? А, нихуя себе как далеко. Подожди. А, нам дали фул треть. Или что нам за это дали? Ух, нихера себе тюрьма. Что там за... Ёб твою мать, подожди. Да пошел ты нахуй! Блять! Где гранатомет, блять? Вот и все, блять. Где те олени, блять? Подожди. Кто там еще, блядь, стрелял? Все, блядь, никто. Всех, блядь, уебем сейчас. Кем бы они там ни были. Сюда что ли или куда? Чего? Куди? Куда? Ничего непонятно, я запутался нахер. Куда? Серьезно, по лестнице? Ох, нихера себе, роботы. Внимание, охране. Перевод заключенных назначен на 16:00. Стрелы контроля разума.
Шестеренки. Опять тут начинается этот говнявый стелс, который мне нихера не нравится. Ненавижу стелс в играх. Стелс — это полная херня. Электромагнитных гранат. Если бы я еще знал, как это работает. Узлы 4, 9, 12 функционируют. Что-то мне кажется, это какая-то херня. И на нее заходить... Ой, как не стоит. Так, а где у меня инвентарь? Подожди. Схема, где у меня схема? Как вообще схему использовать, не пойму. Короче, это искать, это вообще полный капец. Подожди. Снаряжение. То есть все получается в снаряжении, да? А как эту херню отключить? По ней ёбнуть надо или чё? Что вообще с этим дерьмом делать? А? Блять, сектору 9. Где ты, сука? Где ты, сука? Сука, ты где? Ёб твою мать. Нихуя вы пули непробиваемые, блять. Сейчас я высыплю дым. Не вижу. Понравилось, сука? Олень. Внимание всем постам. Включен красный уровень тревоги. Повторяю. Где вы, блядь? Откуда? Блядь! Нихера себе! Роботы, блядь! Там, подожди, а... понятно. Понятно, что нихера ничего не понятно, да? Ладненько. Да, подожди, а как мне тим гранат поменять?
Вечно я забываю, ну да ладно. Блять, вы еще летаете, блять. Где тут олень? Наступление на цель. Ну, высунешься, блядь, нет? Ага, еще один, ебать. Воу! Что это за хуйня? Ладно. Фильтр для воды. Для воды, ладно, шучу. Так. Что нам сюда валить? Система автоматизированной охраны включена. Короче, что-то жесткое сейчас будет, да? Ага, понятно. Так, ладно. А, эта охрана отключается как раз вот таким макаром. Воу. Ага, понятно. То есть, никак она... Понятно. Твою мать, а где еще это? Так нет. Фу. Серьезно? А где у нее это? Ты серьезно? Блин, никогда бы не догадался, что тут обязательно надо ее мочкарить. Перейти к атаке. Вижу цель. Вот дерьмо. Вот черт, вперед. Отряд, назад. Какой отряд? Вы о чем? Так, подожди. Тут от вашего отряда уже ничего не осталось. Так, подожди. Кран крутануть не надо, не? Ну и ладно. Кажется, я что-то слышу. Контакт!
Неплохо. Они прям взрываются. Нифига себе. Жестко. Мне прям, ребят, жалко. Так, ладненько, по... Как говорится, попробовали, да. Меру надо знать. Так. Половник. Серьезно. Че это за звук-то, блядь? Че это за звук? Не проверить, что там происходит. Да нет, думаю, сами справятся. Что за звук нахер? А почему он его не схватит? Там же эти черти. Воу. Не, ребят, я к вам не хотел. Блять. Нахрен я их выпустил. А, они даже исчезают. Ну ладно, чё. Эй, я внизу. А, так ты капитан Маршал, мы уже, грубо говоря, до тебя дошли, да? Эй, я внизу! Да не ори ты, блин, слышу, что ты внизу. Сейчас до тебя дойдем и, наверное, на этом закончим. Так. Внизу он, блин. Что это за дверь? Ага, выход, что ли? Так. Нам сюда. Тебя прислала Элизабет. Как я рад. Пульт управления дверью на той стене. Вытащи меня отсюда срочно. Я так понимаю, когда мы отключим, начнется какая-то дичь, да? Это в любых этих играх. Так. Что я хочу, в общем, сделать? Так. Сохранить. Давайте новое сохранение создадим. Вот, тюрьма, правительство. Вот. Еще раз можно сохраниться. В общем, всем спасибо за внимание. Мы сделаем такое вот небольшое это. Прохождение Rage. В принципе... Потихоньку продвигаемся. Пока что интересно. Ну а всем спасибо за внимание. С вами был Казуко Фэмили, ребятушки. Не забывайте про лайки, не забывайте репостить, приглашать друзей. А всем до скорого. Всем до новых встреч. Всем тепла и добра. Пока-пока.